Вечір – це тема дня, і сьогодні ми поговоримо про осінні турботи екологів. В першу чергу про те, чим загрожує паління опалого листя, та що з цим листям робити. Розповість наш сьогоднішній спікер. В студії начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Володимир Корчагов. Володимир Германович, я вас вітаю в нашій студії. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і свої запитання ви можете ставити за телефоном 76-92-33. Володимир Германович, будь ласка, осінні турботи екологів, з чого вони складаються? Ну, ви вже назвали, основна проблема – це сжигання листви. К сожалению, каждый год на протяжении большого периода времени город Николаев погружается в дым от сжигания листвы. Мало кто знает, вернее, многие знают о том, что сжигание листвы это запрещено, но есть люди, которые делают это по старинке уже на протяжении практически всей своей жизни. Сжигают в основном в частном секторе, частные домовладения, мотивируя тем, что мы так делали всегда. Всегда делали, поэтому будем делать теперь. Но, к сожалению, не понимая о том, что сжигая листву, то происходит сжигание практически всей таблицы Менделеева в атмосферу. Тем самым мы этим дышим, тем самым мы подвергаемся заболеваниям, и возможные заболевания очень тяжелые и плачевные. Втім, проблема опалого листя не єдина ваша проблема, і наша теж. Ну, фактически, да, есть и другие проблемы, и связанные с сносом зеленых насаждений, и экологической составляющей в городе в целом. Поэтому, но сезонная проблема на сегодняшний день – это сжигание листвы. 5 листопада в Миколаєві запрацював полігон для зберігання опалого листя. Він знаходиться в глиняному кар'єрі біля селища Мішково-Погорілово. Наші кореспонденти Валентина Гурова та Юлія Кускова побували на цьому полігоні, і ось зараз їх матеріал. Звалище для опалого листя знаходиться у селищі Мішково-Погорілово біля глиняного кар'єру. Протягом 4 днів територію чистили від іншого сміття, і тепер майданчик для переробки готовий для прийому опалого листя. Звалище працює сезонно, тому протягом року туди звозять і інші відходи. Питання вивезення листя з міста Миколаєва опікується районними адміністраціями. Вони вивозять з території, ну, придомових територій, прибудинкових територій та також листя буде вивезено з скверів та парків на центральних площах міста Миколаєва. До відкриття звалища листя з вулиць міста не вивозили. Ну, складувалось на території прибудинкової, складувалось на території скверів. В деяких випадках в скверах ще не вивозилось листя і не збиралось, тому що немає того листопада, який повинен бути, тому що не було приморозків. Ну, складуються на прибудинкових територіях, районними адміністраціями будуть прибиратися та вивозитися. Миколаєвець Іван Мітрясов збирає листя біля свого подвір'я. Куди його подіти, не знає, тому пакує його, та раз на тиждень машина забирає сміття. Приїжджають же за цими. Сміття ось тут виставляємо в великих мішках, вони забирають. У п'ятницю, раз в тиждень. Біля одного з будинків у приватному секторі палять сміття. Побачивши камеру, хазяї пішли у двір. Галина Варлакова збирає листя у мішки, каже, у самої астма, тож з розумінням ставиться до заборони спалювати листя. Ось там, на галявині, вони теж. Листя хто ставить, і гілки хто обрізає, і вони теж раз в тиждень забирають. Ну, у нас так не чути, що палили. Може бути там, не знаю, я не чула взагалі. Ну, роки два тому палили. Тут багаття були такі взагалі, але зараз немає. Вже всі зрозуміли. На звалищі привезене листя не спалюватимуть. Відповідно до робот, листя буде переорано з ґрунтом та буде перегнівати. Ніякого спалювання не може бути і річ, тому що це дуже-дуже небезпечно, і небезпечно як для здоров'я людини, так і для міста в цілому.
Про небезпеку спалення опалого листя нагадують і співробітники ДСНС у Миколаївській області, адже під вплив вогню можуть потрапити розташовані поруч споруди або насадження. Дим від вогнищ, особливо в туманні дні, утворює смог і надовго зависає у повітрі. В цьому випадку погіршується видимість на дорогах, що небезпечно як для водіїв, так і для пішоходів. Рятувальники закликають відмовитись від спалювання сухої трави, листя та інших рослинних залишків. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня, і сьогодні ми говоримо про осінні турботи екологів. Спалювати опалене листя заборонено. Законами України про охорону навколишнього природного середовища, про охорону атмосферного повітря, правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій передбачені адміністративні санкції за спалення опалого листя. Володимир Германович, будь ласка, наскільки значні ці штрафи за спалення листя? Адміністративним кодексом предусмотрены штрафы, градация штрафа для жителей от 170 до 340 гривен и для юридических особ от 850 до 1190. Но я хочу сказать, что при повторном, скажем так, нарушении эти штрафы увеличиваются как минимум вдвое. Мало того, повторюсь еще раз, вы в сюжете сами видели и слышали о том, что люди, понимая проблему, понимая о том, что нельзя сжигать листву, собирает ее в мешки и выставляет для того, чтобы службы вывозили. Действительно, так и происходит. Мусор этот убирается, лист убирается отдельно от твердых побытовых отходов и заводится на полигон, не на полигон, а на звалище опалого листья. На сегодняшний день звалище опалого листья работает, скажем так, в подготовительном этапе. Почему? Потому что практически полгода не находилась там охрана, не было возможности запрета для ввоза мусора, и по, скажем так, окончанию летнего периода, осенью, мы увидели, что там произошло. Практически вся территория, вычищенная некогда весной, превратилась в полигон твердых бытовых отходов. Поэтому подрядчик, который там работает, вывез это все на полигон ТПВ. Определенная затратная часть произошла, естественно, и подготовлены подъездные пути на полигоне для того, чтобы можно было вывозить, правильно складировать и делать, скажем так, перегнивание этой листвы. На звалище опаленого листя не можно вывозить сміття? Только лист. Исключительно лист, и никакие другие виды мусора туда вывозить нельзя. Запрещено. А кто спостерігає за тем, чтобы туда не вывозили сміття? Находится представитель, который контролирует это, и с 9 до 17 он там находится в будние дни, и в субботу по необходимости с 9 до 2. То есть рабочий график присутствует человек, который контролирует вывоз. А если ночью привезли сміття и выкидали? К сожалению, ничего мы не можем контролировать ночью. Свалка неохраняемая. Залишається вопрос, тільки, да, за совестью людей, так? Ну, фактически да, на сегодняшний день. Плюс, я думаю, что если есть, не знаю точно, есть или нет охрана кладбища, то они, конечно, должны тоже помогать в этом направлении и не запускать людей посторонних с мусором. У соціальних мережах миколаївці діляться інформацією про випадки спалення листя в різних районах міста. Ось, наприклад, користувач Володимир Кіро виклав фото. Сонце сіло за горизонт, водопій димить. Ось ми бачимо на екранах, як димить водопій, незважаючи на те, що спалювати опалене листя заборонено. Чому не можна спалювати опале листя? Зараз ми можемо побачити таблицю і побачити, наскільки шкоди приносить спалювання листя. Ось продивіться уважно, глядачі. Забруднення повітря, шкода здоров'ю людини, зниження родючості ґрунту, зміна клімату, навіть зміна клімату, зруйнування кладки та яйця птахів, гинуть тварини і комахи. Спалює один, страждають тисячі. Будь ласка, Володимир Германович, якщо ми бачимо, що хтось палить листя, куди звертатися, щоб припинити цей вогонь? Ну, перше, ізначально, це потрібно підійти до людини, який це все робить.
попросить прекратить нарушать закон. Понятное дело, что может быть и адекватный отпор человека, и ругня, и так далее. После этого вызов полиции. Однозначно звонить в полицию для того, чтобы они приехали и составили протокол про административное правонарушение. Если человек, который увидел правонарушение, имеет возможность все это, скажем так, записать на видео, ну, слава богу, телефоны с функциями видео есть практически у всех, это тоже позволяет, позволительно. Нарушения закона здесь нет никакого. После этого составляется заявление, если полиция не отреагировала, составляется заявление и подается в районную администрацию. Районная администрация накладывает штраф на того человека, который спаливает листья. Причем, вне зависимости от того, где он его это сжигает, где он сжигает. Сжигает ли он его на придомовой территории у себя во дворе или же вне ее. Сжигать лист категорически запрещено. Это хорошее удобрение компостное. В частных домах все практически нормальные люди, собирая лист, перегнивает он. И в течение 1-2 лет получается великолепное минеральное удобрение, которое на Западе стоит очень больших денег. Мы, к сожалению, немногие люди, которые, не зная, наверное, об этом, сжигают его, и тем самым нанося вред как окружающей среде, так и самим себе. Если вы уже не любите самих себя, то хотя бы побеспокойтесь о тех детях, которые находятся рядом с вами. Поэтому однозначно полиция. Я в свое время, когда на своем опыте это все прошел, у меня мама живет в Широкой Балке, и фактически та территория, которая прилегает к дому, где возможно пройти и увидеть так называемые сжигатели листвы, методом общения и показывая листовки, которые разработаны департаментом ЖКХ, управлением экологии и розданы в районной администрации, сумел уговорить практически все улицы, прилегающие к дому, не полить листву. Вопрос о том, а что мне с ней делать? Первое, компостная яма. Второе, собери в мусор, вынеси к месту складирования твердых бытовых отходов. В крайнем случае, ленивый ты человек, у тебя нет желания этого делать, ничего не делай. Просто пускай лежит, пускай перегниет, оно создаст свой термоэффект для земли, земля отдаст сторицы. Ну, все можно сделать, кроме сжигания. Сжигание – это полностью уничтожение всего, что возможно в здоровье, в земле и так далі. Поэтому вот так. Опале листя стає проблемою кожної осені не лише Миколаєва, а й інших міст. В Херсоні, наприклад, навіть оголосили 4 листопада днем боротьби з опалим листям. А у Тернополі опале листя вивозять на міський цвинтар і звалюють його там для зберігання землі від промерзання. А яким досвідом може поділитись Миколаїв Володимир Германович? К сожалению, досвідом, скажем так, ну, крім того, що ви власно ходили по вулицям і утилізації листя на свалки листви, поки ні. Но нами сейчас разрабатывается программа озеленения города, в которой мы хотим и пропишем возможность организации компостных ям в территориях зеленых зон, парках и скверах, больших парках и скверах, для того, чтобы не вывозить с территории этих зеленых зон лист, а складировать его по необходимости и использовать в дальнейшем для приготовления биокомпоста, биогумуса для подкормки деревьев. Что сделано? Проводится, в принципе, большая информационная политика. Разработаны, я уже говорил о том, что листовки, более 10 тысяч экземпляров раздаются в районные администрации. Ну и районные администрации, соответственно, со своими службами обязаны будут пройти в частные дома с разъяснительными беседами. Хочу сказать, что по поручению городского головы на аппаратном совещании было дано указание районным администрациям составить график. Естественно, график никто не будет озвучивать, когда это будут проходить рейды с полицией, национальной полицией, с пожарными службами, с экологами. Рейды улицами места? Совершенно верно. Частного сектора. И для того, чтобы, первое, провести разъяснительную беседу для тех людей, которые не хотят понимать этого. Вернее, кто захочет понять, тот потушит огонь и не будет этого делать вообще. Кто не захочет, штрафы, административное правопорушение, это все возможно сделать.
Поэтому такие рейды состоятся в ближайшее время, и, я думаю, дадут свой позитивный результат. А скажіть, будь ласка, що робити людині, якщо вона йде вулицями міста, бачить, що спалюють опали листя, а навколо нікого немає? Поліція. 102 – це правонарушення. Адміністративне правонарушення. Якщо можливість є, об'ясніть людину? Ні, взагалі нікого немає. Пожарна служба. Они приезжают на своем опыте, повторюсь, вызывал пожарные службы, задавал вопрос девочка, которая на телефоне, обратной связи, говорю, у меня проблема какая, вот так, вот так, вот так, объяснил, что горит большая площадь листвы, вы приезжаете, да, мы приезжаем, в течение 5-10 минут приехала машина, небольшая, у них есть такая, которая тушит, наверное, мелкие пожары, затушили, составили акт, я подписался, и на этом они уехали. При этом хозяева этого листа, который поджег... Сковалось? Нет, они смотрели в окошко в частном секторе. Понятно, что пожарная служба зайти в дом не имеет права. У полиции есть такие функции. Поэтому пожарную службу вызываем, они обязаны это затушить. Это пожар. Крім прибирання опалого листя з вулиць міста, чим займаєтесь ще ви і ваші колеги, Володимир Германович? Ну, спектр очень большой управления экологией, хотя для такого спектра не хватает количества штата, но тем не менее, это и озеленение города, это и подготовка, скажем так, актов обследования зеленых насаждений, подготовка актов на спил деревьев, высадка деревьев, это и повозжение створинами, это и полигон твердых бытовых отходов, это я уже говорил, что и экологическая политика города Николаева в целом, ну и так далее, и так далее, и так далее. Перечислять можно очень долго, поверьте, очень большой спектр. За останній тиждень миколаївці кілька разів повідомляли на сторінці контакт-центру при міській раді на Фейсбуці про варварівську вирубку дерев замість санітарної обрізки, так званого кронування. 30 жовтня користувачка Марина Лу виклала фото і запитала, хто і на яких підставах здійснює тут заготівлю деревини за адресою 12 Повздовжна, будинок 1. Чому записана в актах формуюча обрізка дерев перетворюється в голі стовбури дерев? Володимир Германович, вопрос нужно задавать подрядной организации, которая выполняет данную работу. Понятное дело, что давайте разложим по полочкам, кто за что отвечает. Департамент жилищно-коммунального хозяйства в лице управления экологией отвечает за практически все зеленые зоны в городе Николаеве. Мы не несем ответственности за выполнение работ на придомовых территориях, частный сектор, территории ЖЭКов, школы, детские сады. Для этого есть балансовые утримовщики, которые непосредственно обязаны контролировать выполнение работ. Балансоутримувачем на території, які не мають, скажімо так, власника, є районна адміністрація. У районній адміністрації є спеціалісти, які мають право і можливість контролю. Мало того, вони проверяють виконання робіт, відповідно, оплачуючи ті чи інші гроші для підрядчика. Як виконуються роботи? В департаменті жилищно-комунального господарства несу ответственность я лично, как начальник управления. То есть я в ответе за тех подрядчиков, с которыми мы заключили договора путем проведения торгов, которые выполняют работы в зеленых зонах нашего, скажем так, баланса. А за этой адресой это не ваши? А за этой адресой районная администрация. Мало того, мы подготавливаем акты обследования зеленых насаждений по заявкам жителей, по 1588, это аварийная служба, по заявкам районных администраций. То есть полностью все заявления на снос зеленых насаждений идут в управление экологией. Наши специалисты выездом на место совместно с экологической инспекцией определяют степень проводить омоложение, кронирование, снос дерева, аварийное дерево, ну и так далее, и так далее. И после этого подготавливается акт. Этот акт идет непосредственно в районную администрацию. Вне зависимости от того, было ли это заявление от частного лица или от юридического лица. Все распоряжается районной администрацией. Она уже готовит подрядчику список, где необходимо выполнять работы, когда, и контролируют эти работы. Мы со своей стороны контролируем только, повторюсь, то, что является на балансе у нас.
3 листопада Євген Волови обурюється. З якої причини біля школи номер 45 вздовж паркану по 4-й повздовжної були повністю спиляні живі неаварійні дерева? Володимир Германович, здесь для меня тоже является большим удивлением. Деревья действительно там живые, и они были спилены. Непонятно почему. А кто их спилил? Я не знаю, кто спилил, но подготовили мы в полицию и в экологическую инспекцию запрос о том, чтобы провели расследование. Фактически, если территория школы, отвечает директор школы. Будут подходить к нему, задавать вопросы. Да, на 45-ю школу действительно были акты. Но акты на снос внутри школы, никак не снаружи и по периметру. Там шикарные стояли клены, которые абсолютно никому не мешали. Поэтому для меня остается это вопрос в том числе. Повторюсь, обращение в экологическую инспекцию подготовлено буквально в тот же день, когда в контакт-центре произошла эта информация. Будем ждать результата, но это очень, ну, не красит, поверьте, не красит, когда хорошие деревья сносят непонятно зачем. Вчора, 5 листопада, Ольга Метлова пише: у дворі біля будинку по вулиці Космонавтів, 152. Підкажіть, це формування крон так відбувається? До опалювального сезону готуємося і спілюємо все на корені? На корені. Так. Здесь конкретный адрес, сегодня я был там, смотрел, но моя точка зрения о том, что дерево, которое снесли, оно абсолютно было снесено правильно, и в актах по службе 1588 прошло как аварийное дерево. Понимаете, понятие аварийное дерево на сегодняшний день в городе Николаеве можно привести практически под 70% зеленых насаждений. Почему? Это деревья, которые находятся на линиях водоканала, канализации, облтеплоэнерго и так далее, и так далее. В данном случае дерево было сухое. Конкретно по этому адресу обрезали ветки деревьев, которые находились над детской площадкой. Там 2 или 3 дерева проведено было обрезка веток. И все, снесли одно сухое дерево, одну вишню сухую. Почему так заявитель обращается, не могу сказать. Ну, имеет, наверное, право на это. Володимир Германович, скажіть, будь ласка, ми вже з'ясували, що якщо ми бачимо, що спалюють опали листя, треба звертатися або до поліції, або до пожежної. І в районну адміністрацію заявлення. Да. А якщо ми бачимо, що пілять живі дерева, куди звертатися? То же саме поліція, 102. В прошлом году ми проводили разъяснительное, скажем так, обучение полицейских, все службы, ну, я не знаю, сколько, как они подразделяются, батальоны или не батальоны, но в Николаеве патрульная полиция прошла обучение в прошлом году. Нами были разработаны методические рекомендации, что нужно спрашивать у тех или иных подрядчиков, какие виды документов они должны предоставить полицейским для того, чтобы определить правильность или неправильность выполнения работ. Ну, наверное, нужно будет провести еще раз такое, обучение, потому что многие люди уже мне звонят, говорят, что полиция не реагирует полностью на все, на обращение. Может быть, слишком много обращений, я не могу сказать в точной мере, так или не так, но первое, это полиция. Звонок в полицию, примите вызов, идет спил деревьев. Второе, по возможности каждый человек имеет полное право проверить акт обследования. На акте обследования должно быть указано адрес, четкое место расположения дерева. Там это прописано, фотография в акте есть. То есть фактически акт полностью обследования дерева может быть сопоставлен по факту выполнения работ. Мы можем увидеть, то дерево сносит или не то. Поэтому, что касается непосредственно моего управления, то мы отрабатываем здесь на 100% полностью. Конечно, нужно пресекать, если незаконно, через действия полиции, ну и, в принципе, спрашивать разрешительный документ у подрядчика. Все. У нас залишається хвилина. Будь ласка, в планах екологів миколаївських опалене листя вже прибирають і скоро сезон закінчиться. А що у вас в планах в подальшому? Посадка деревьев. Хотим посадить деревья, и если получится в этом году, хочу развеять миф о том, что
деревья высаживать нельзя, в ноябре можно, до температуры с комом земли до минус 12, это гласят правила эксплуатации зеленых насаждений. И на сегодняшний день проводятся торги, где мы собираемся закупить более 1200 деревьев с комом земли и без кома земли, и более 2000 кустарников. Вот все это высадить на территории города, чтобы город был красивее и прекраснее. Дай Бог, спасибі, Володимир Германович. Сьогодні ми дізнавались про осінні турботи екологів разом з Володимиром Корчаговим. Часу більше немає. На все добре.